грустно заканчивается очередное лето в Арктике. Коленка моя все хуже и хуже. Накрылась, похоже, коленка. Прошли ведь уже 1500 километров. 2 волока с тонной груза. До побережья всего-то 60 километров осталось. Обидно. Вот тебе и финишная прямая. И 3 дня, и мы с Крестовой. Теперь обратно через ледник ковылять. От неожиданного еще минимум 15 до места, где вертолет сможет уверенно работать. Хотя бы дотянуть своим ходом. Мужикам и так с моим грузом не весело. И чего опять на таймыр поперлись? Шли бы на любимый полярный Урал пузо греть. Там и тепло, и кустов полно. И тот же Илья Альдеркин со своим вездеходом. Илью в 95-м на Ходоте встретили. Помню, торговался он с нами, торговался. А в поселке 110-й километр вернул половину денег. Наверное, после месяца в тундре мы совсем жалко выглядели. 90-е годы были не самые сытые. Хальмер Ю, Силова, Нярма. На северах поселки умирают быстро. Сейда, Хрота, Елецкий. Кто теперь помнит вокзал на Хальмер-Ю с его бичевозом? Шахты засыпали еще в 90-е. А после по поселку сам президент метко шмальнул ракетой на учениях. Еще раз пригодился в стране шахтерский поселочек. Вот на Таймыре хорошо. Никаких подходящих целей поблизости. Можно не опасаться. Тут и комаров-то выше бекады не встретишь. Все вымерзли, всех ветром сдуло. Пока мы 15 лет по северам шарахались, со 110-го тоже ушли геологи. Детей на материк отправили, а сами кто куда. Где теперь Казаевы, Ильдеркины, Иван Семенович со своей вахтовкой? История несуществующего поселка. Кину грустный платок, пойду из дома на люди, из дома в дом, из дома. С кем только не сводит судьба за полярным кругом. Вон дядя Володя Якуненко по кличке Беспалый. Просил похоронить его на Щучьем, где сторожил балки геологов. Особо любил Якуненко нагнать на себя суровости перед заезжими туристами. На Щучье сюда и по Щучье сюда, с этой стороны, вышли вместе. И вот они мне сказали, Володя, это КПЗ. А там действительно такое мрачное. Вечные ветра, вечный холод. Это ужас. Я на Ходоке был... Балки были перевалочной базой геологов. Сами же сторожа испалили их зимой по пьяному делу. Балки, балки. Что может быть прекраснее балка в тундре? Размечтался. Тут до ближайшей развалюхи 150 верст. Сегодня опять на щебенке спать. И с ледника ночью тянуть будет... Плохо, что скоро курумник начнется. На нем каждый шаг в колено отдает. Мальчики мои, похоже, по ручью в соседнюю долину заперлись. А я-то устал догонять. Зачем, интересно, людям навигатор, если они его не включают? Так недолго и околеть, без палатки до ночи. Горы Баранга все же мрачноватые какие-то, особенно со стороны моря Лаптевых. Вот и с неба всякая дрянь летит. То снег, то туман. Вставать надо на ночь. Ясной погоды за последнюю неделю от силы 3 часа наберется. Помнится, Карское море к нам как-то поприветливее было. А может, просто народ там больше. Тот же дядя Боря в Карской губе. Или мы с Стерлигова, Диксон прошлым летом. К Карскому мы шли 11 лет. Добрались только в 2006-м.
Зато уж и тундра, и пороги были, и горы, и паруса. Комплексно оторвались. Не забуду свой щенячий восторг, когда увидел, что свинцовая полоса на горизонте шевелится. Море. Вот оно. Действительно, край земли. А на краю земли дядя Боря с Саньком жили по случаю лета. Гальца ждали. Дядя Боря к 70 тогда было. И местное население его стреляло на почве раздела охотничьих угодий. И поморозился не раз, и болячек стариковских хватало. Зато историю, как науку, дед знал и любил. Из новейшей многое сам помнил. Санек из националов сидел у дяди Бори в подмастерьях на побережье, подальше от соблазна запить в Усть-Каре. Это они сейчас. Дай бог им здоровья, если живы. А сколько еще народу по северам? И молодость, и жизнь оставила. Кто добровольно, кто так. Чем больше лазим по Арктике, тем интереснее. Все ждать и ждать, как неуклюже зашевелится грустный лед. А мы такие зимы знали, жились такие голода, что даже не было печали. Только гордость и беда, и в крепкой ледяной обиде сухой пургой ослеплены мы видели, уже не видя глаза зеленые весны. Мы видели, уже не видя глаза зеленые весны. С коленкой все же обидно вышло. Ни рыбы в этих горах, ни птицы. Ладно, вчера зайца во овраге пристрелили, а то уже на чаек начали заглядываться. На завтрак у нас овес, на ужин суп на сухой морковке. Сами как зайцы скоро станем. А хочешь здесь курицу? Ну, да. С макаронами, я скажу, хочу. Овес дело хорошее, но грустное. По местной погоде сильно не попастишься. Оттого половина разговоров в походе о еде. Домой в Казань. И обязательно я ей позвоню, скажу: тренделка, давай с меня там коньячок, а с тебя закуска. И к ней поедем. И посидим. Не бензин, а гадость в Норильске. Ладно, хоть паяльную лампу взяли, а то в прошлом году с примусом намаялись. Снег все сыпет и сыпет. Перчатки держу. Что с вертолетом будет, непонятно. Здесь еще сон приснился, потому что я ел свежий белый хлеб с маслом и с медом. А потом еще и негритянку там ублажал. На горячее. А чего, где тут? Интересно, куда подевались олени? На море они, что ли, пока? На Таймыре с оленем проще, чем на Урале. Стреляй любого, если подкрадешься. А на Урале у каждого оленя хозяин есть. Зато и стрелять не надо. Можно от чума к чуму ходить. Оленеводы вообще народ удивительный и душевный. Мы только когда о них в чумах погостили, крови оленей попили, начали понимать немного, что к чему. Зато теперь мимо не проходим. Да и обидеться, если не зайти. Что ты мне там рекомендовал-то? Мозги, мозги. В детстве оленья упряжка была чем-то из сказок. Вроде кареты из тыквы. Никогда не думал, что придется на ней ездить. Я мечтала о морях и кораллах. Я поесть хотела суп черепаши. Я шагнула на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней.
И я шагнула на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней. То одна зима идет, то другая, и метели за окном завывают. Только в клетках говорят попугаи. Подать, как пингвины греться. Как? Обнимемся. Пусть думают, что нам девчонок не надо, все. У нас не групповуха началась. Считаешь, что пингвины, они так греются, что ли, групповуха? Да. Они же стоят кругом. Кто замерз, по очереди заходит в кружочек, греется, потом выходит, так вот чередуется. Когда уж нога начнет поправляться... Раз мы развернулись от самого моря, должна поправиться. Больные руки и ноги всегда так подло себя ведут. Ледник. Красота. И погода как на заказ. Ну, Марка, как говорят оленеводы, бог велик. Если опять облачность ляжет, вертолет не прилетит. Придется еще километров на 20 вниз по долине уходить. Как тут не вспомнить Андрея Федосова с его двушками. Был бы Норильск поближе, километров на 700. Андрей всегда нас выручал. И с заброской на пределе, и когда Антон валялся с грыжей на Эркингде. С Федосовым как-то спокойнее. Да и Путораны – район особый. Люблю его. О водопадах плато Путорана мы мечтали давно. Спасибо клубу кинопутешествий. Когда первый раз подлетали к плато, захватило дух. Казалось, под нами затерянный мир. Казалось, вот-вот полетят птеродактили. А с Беранга плато кажется чем-то вроде курорта. Дрова есть, рыба есть, заброска легкая и быстрая. В 2007-м мы обкатывали на Путоранах снаряжение перед Таймыром. 200 грамм крупы в день на человека и 2 недели на все про все. И жара была, и снег, но все равно чувство такое, будто дома. Я шагнула на корабль, а кораблик оказался из газеты. Я шагнула на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней. 2, 3, 4. В Норильск хочу. Город не продохнуть. На костях построен. Облупился весь. Зато народ замечательный. Помню, нам захотелось экскурсию по музею. А музей закрывался. Провели. Так с Верой Плешаковой познакомились. А через нее уже и Хатанга появилась. И журнал «Неизвестный Норильск». В Норильске все встречи необычные. Вон с Мельниковым. Причалили в 2007 году на Вальке. У первой попавшейся женщины спросили, как добраться в город. А через час уже мылись в бане у ее мужа Жени. Муж оказался бывший полярный штурман. Было ему сильно за 60. Работал капитаном на частном катере. Зимой чинил посудину. Летом возил хозяев с гостями по Ламе. Проговорили всю ночь. В молодости увлекался байдарками. Была у него мечта сходить от Норильска до Диксона, а потом в Дудинку. Собрался даже бросить следующим летом работу и пойти с нами от Челюскина до Диксона. Мы почему-то всерьез стали это обсуждать. Было что-то убедительное в Евгении Владимировиче.
Сроки, ледовая обстановка, ветра, паруса, моторы. Всю осень созванивались, а к Новому году он вдруг сказал, что не пойдет. Боится стать обузой. Мы вздохнули даже с облегчением. Мужику-то к 70. А весной телефон замолчал. Думали, ушел на Ламу или на материке, мало ли. В сентябре, возвращаясь из Диксона, зашли навестить. Открыла тетя Люда. Умер Евгений Владимирович. В конце зимы. Во-первых, надо быть оптимистом. Раз. А во-вторых, я никогда говорю всем, вот своим молодым всем говорил, с природой на «ты» нельзя говорить, разговаривать. С ней только надо «вы» разговаривать. Только на «вы». Мировой был мужик. Иногда за один вечер, понимаешь, повезло нам встретиться, хотя и мимоходом. Ничего не придумать, молчание уместнее, но в молчании ином не сыскать тишины. Это просто тоска по оборванной песне. Просто песни не стало, а звуки слышны. Все же звуки слышны, как не закрытые двери. Все оставив входя, ты уже налегке правишь тайную службу, оставленной вере. Бог развенчан и курит себе в уголке, но уже над дорогой твоей незримо потянулись петлями к закатным краям. Этой песни тоска, запах этого дыма, это тонкая ниточка, память твоя. Ну что, как сходил-то? Сходил удачно. За палаткой не дует. И под карнизом не дует. А везде снежочек и кирпичики холодные. Вот и все, что я могу сказать про таймырский снегопад. Раннюю зиму. Непонятно, вылетел борт за нами или нет. Хоть бы Калмыков на связь вышел, что ли. Хуже нет на северах, чем ждать вертолет. Вот ведь спасение моей коленки – это тоже полярное знакомство. Ваня Калмыков, Сергей Троицкий, дал Урванцев, открыватель норильского месторождения, Юра Веселянский, Стас и Лариса Стрючковы, Вася Сарана. Лицо северной земли, новая земля, куда они ездят, вот это мы исследовали. Это на студентам прочите, показывают. Геологи, гидрографы, журналисты, географы. Больше Черного моря их почему-то интересует море Лаптевых и Великая Северная экспедиция. И еще дельта Лены, овцы-быки и как заброситься в отпуск до бухты Пранчищевой. Борт, между прочим, сейчас летит под честное слово Калмыкова и наше с ним знакомство. Если я Ване из Казани не заплачу, то стоить собственный гуманизм ему будет в два раза дороже его сегодняшнего автомобиля. Однако никому в голову не приходит, что можно не заплатить. А прошлогодние встречи чего стоят? Мы с Челюскин. Мы с Терлигова. Сидят там 3-4 метеоролога по 2 года. Поскольку отпуск оплачивается именно раз в 2 года, совмещают все ставки, какие могут. У начальника станции оклад меньше $200. Бегают 8 раз в сутки на площадку к своим термометрам. Жуют сгущенку из растительного масла, дошлют морзянкой деньги женщинам, которых не видят. Еще ходят на медведей с огнетушителем. Потому что все штатные ружья со станции ФСБ позабирало. У медведя, кто громче шипит, тот главнее. Потому и огнетушитель. Ну он шипит, короче. Ну вот как гусь, вот довольно сильно шипит. Поэтому шип... Нашим очень хорошо шипит, тут обычно такие слышим. Он очень громко шипит, потому что ты... Он сразу, опа, это кто-то мощнее, раз так сделал.
То есть вот, вот где реальное отпугивание, а не ракетница. Я и управление... Живут полярнички, как могут. У них и так-то сильное подозрение, что на материке им делать нечего. Никому они не нужны. Да еще на стенке свежая радиограмма от начальства висит, что если вызовут метеорологи санрейс, но с диагнозом промахнутся, то платить за него будут сами. Тут же и список симптомов, и стоимость летного часа. Один раз заказал, и будешь еще 2 года бесплатно зимовать. Но держатся пока мужики. А где же наш-то санрейс? Вещи, пожалуй, соберем, но палатку снимем, когда вертолет сядет, а то сглазим. Вот. Давайте, в 6 часов выйду на связь тогда вечером. Эх, на Диксон бы еще слетать. Кругом снега, хоть сотни верст исколеси. Четвертый день пурга качается над Диксоном. Об этом лучше песню раскрасти. Четвертый день пурга качается над Диксоном, но только ты об этом лучше песню раскрасти. Палатки звездами мохнатыми усеяны, их дальний свет в своем ты сердце не гасит. Я тоже мог бы рассказать тебе о севере, но только ты об этом лучше песню расспроси. Тот говорит, да вы здесь все сталинисты. Ну, он говорит, так кто Арктику-то построил? Раньше Диксон жил севморпутем. Сейчас рыбы да отношениями. В 2008 году не успели причалить, как нас определил в свой балок Володя Гамбургер. И теперь сказал фамилию мою легко запомнить. А прадеду пришлось для этого дворцы в Петергофе строить. Дворцы, значит, в Петергофе, а на Диксоне у Володи балок. Хороший такой. Ну, вот и борт. Прилетел, кстати, за нами Жданов. По меркам Хаттинги – буржуй. А только лучше него эти края с воздуха вряд ли кто знает сегодня. Ваня его специально дожидался. В горах не каждый возьмется работать. Вертолет здесь – единственный реальный транспорт. Ну, началось. Полетели. Эх, вода в реках поднялась, и лед с гор сошел. Если бы не коленка, плюхали бы на катамаране под моторчиком до Хаттинги. Рыбу ловили, гусей стреляли. Неудачный год выдался. Впрочем, грех обижаться. С этого года у нас от озера Пясино до Усть-Тарея все рыбаки знакомые. Да и стоянку Мидендорфа все же нашли. А Мидендорф уж точно заслужил свою памятную табличку на Таймыре. И не он один. Дай бог всем им, и нынешним, и бывшим полярникам. Да, поразил, как это выкинул в маржу, разломал он все.
Куда надо, ко мне? На себя, да, на голову. Сейчас, секунду, парни, подожди. До и после походов множество людей спрашивают, зачем нам все это нужно? Я не могу им объяснить. Единственное место, где таких вопросов не задают, это окрестности Арктики. В этом еще одна причина любви к ней. Кстати, у нас с Ольгой первый номер свидетельства свадебного. В смысле первый? Первый номер. Не понял. А потому что мы первый раз поселок Котуй первый женились. И нам первый номер свидетельства. С вас что, поселок Котуй начинался? Да. Что, серьезно? Это как Адам и Ева. Так и получилось. Примерно да. Мы начали, написали Хрущеву, написали письмо, чтобы ледокол оставили, потому что он отработал 65 лет. Надо его оставить. Но нам ответили, что нет, это не нужно, денег нет в стране. У нас вот есть «Аврора» и хватит этого. Тем более в Ленинграде некуда его ставить, и никто там смотреть не будет. Идеальное счисление, идеальная съемка. Свердруп сказал, где русские сказали, что у них все закончено, проверять их не надо. Вот это замечательное... Результат замечательный этой экспедиции, что все, что они сняли, в отвал не пошло. Вот это вы знаете и знаете. Это главное для нас, гидрографов, это и есть результат. А все остальное там было много. Наденьте шапку.